Так, Ярослав Трешин вот подвыставился на старт. Артем Приходько представляет команду The Riders Глузко. Ярослав Трэш присылает команду S-Drive. И именно Трэш начинает эту пару в роли лидера. Есть постановка. Трэш хорошо, широко. Приходько на безопасном расстоянии. Попытался раньше переложиться. Приходько допустил ряд корректировки. Затолкал себя внутрь. Ох, близко Приходько, но из внутренней траектории. Трэш при этом хорошо все делает. Приходько борется. Пилоты поменялись местами. И у нас есть старт. Артем Приходько лидирует. Ярослав Трэш его преследует, не отпускает. На постановке близко Трэш. Приходько широко, хорошо. Синхронная перекладка на опережение. Всплывание Трэша залазит в базу. Трэш. Оу! Еще одна перекладка. Трэш. Прям в двери у Приходько. Близко перекладывается. О-хо-хо-хо-хо! Что творит этот юнец? Вот это да! Ярослав Трэш проходит топ-16. Итак, есть старт. Никита Лукьянов лидирует. Ярослав Трэш преследует. Близко ставится Трэш за Лукьяновым. Лукьянов. Неплохая траектория в роли лидера. Трэш близко перекладывается с Лукьяновым. Трэш. Оу, что творит Ярослав? Никита. Узковато. Трэш перекладывается со своим лидером. Небольшая коррекция и финиш. Итак, есть старт. Трэш лидирует. Лукьянов преследует. Синхронная перекладка. Лукьянов хорошо. Трэш, широкая линия. Лукьянов очень хорошо перекладывается своим лидером. Трэш при этом широкую линию демонстрирует. Облизывают оба чупа-чупси вместе. Ярослав Трэш проходит в топ-8. Пилоты на старте. Судьи готовы. Пилоты готовы. Зрители, вы готовы? А вы мне уже начинаете нравиться. Есть старт. Голота лидирует. Трэш преследует. Хорошо Голота. Близко Трэш перескладывается. Голота при этом широко. Трэш. Вот это перекладка в исполнении Трэша. Близко. Перекладка Голота широко. Трэш за ним. Сразу же. Немножко через внутреннюю траекторию. Итак. Пилоты готовы. Старт. Ярослав Трэш лидирует, Андрей Голота догоняет. Трэш ставится, Голота далеко. Ой, догоняет Андрей Трэша, прям близко. Здесь перекладка. Голота, ай-яй-яй-яй-яй-яй, Андрей Голота допускает. Слишком большой угол в роли догоняющего, давайте. Ярослав Трэш проходит в топ-4. Ой, извините, я после заезда что-то подумал, что они уже были. Не поменялись местами. Это первый заезд этой пары. Александр Косоков лидирует. Ярослав Трэш его преследует. Близко Трэш. Перекладка. Ох. Хорошо. Косоков широко, как положено было задано судьями. Ярослав Трэш также близко за своим. Так, поменялись пилоты местами. Есть старт. Ярослав Трэш лидирует. Александр Косоков его преследует. Близко Косоков за Трэшом ставится. Широко Трэш. Перекладка близко Косоков. Трэш при этом широко. Перекладка. Косоков близко. Выравнивается Косоков в третьей зоне. Ярослав Трэш доводит заезд до победы. Получает в этом заезде Ярослав Трэш. Результаты всех двух финальных я расскажу позже. Ух, постановка близко ставится. Трэш за раком. Близко перекладывается рак. Трэш за раком залазит внутрь. Это ему не мешает продолжить заезд. У-ху! Вот это да, я хочу уже посмотреть повтор трансляции с подсветкой камер. Итак, пилоты поменялись местами. И у нас есть старт. Ярослав Трэш лидирует. Юрий Рак преследует. Трэш ставится хорошо. Рак практически... Ай, Трэш выровнялся в первой зоне. Перекладка. Трэш широко, рак за ним. Заугливается рак. Ух, что ж произошло, что такое? И победитель финального раунда «Безукрон Дрифт» в Одессе.